Команда, равняйсь! Смирно! Равнение на флаг! Звучит гимн Российской Федерации! Стадион «Солнечный» – футбольный турнир на Кубок офицеров России. Одно из многочисленных мероприятий, которые идут здесь практически 24/7. Максим Ганин – один из тех, кто сделал так, чтобы спорткомплекс приобрел современный вид. Ведь когда-то здесь рос бурьян. Все началось с ситуации, которая напрямую его вроде бы и не касалась, но оставаться в стороне было нельзя. Была история, когда у нас уже там нехорошие люди, скажем так, уже выдрали ворота и везли их сдавать на металл. Вот, собственно, да, мы их с ребятами успели догнать, поймать, так сказать, убедить, вернуть, поставить на место. Вот, собственно, и после этого, ну, начали его как-то развивать. Максим Ганин тогда был общественником, позже стал депутатом. Стадион удалось закрепить за муниципалитетом, получить небольшое финансирование, а потом и вписать в губернаторскую программу реконструкции. Все это, конечно, происходило не само по себе. Мы инициировали, мы писали письма, просили, добивались, и, собственно, нас услышали, и к нам пришли, и нам сделали. Здесь дальше будут дорожки, фонари и все такое. Красота. Да, лавочки. Ждем, конечно, всех хотят. Комсомольский пруд скоро заиграет новыми красками. Причем не за бюджетные деньги, а на инвестиции со стороны бизнеса. А ведь все могло быть иначе. Здесь планировалось строительство высотки. Активная, можно сказать, даже агрессивная позиция местных общественников и депутатов помогла сохранить это место отдыха для всего района. Собственно, мы сумели в первую очередь заблокировать вот эту вот историю желания строителей вот построить здесь многоэтажку. Мы добились того, чтобы не допустили, точнее, смены назначение вида использования, да, земельного участка. То есть вот эта вот территория, она осталась под физкультуру и спорт. Максим Ганин сразу включился в помощь военным, как только началась спецоперация. За 2 года помог организовать сбор более 50 тонн гуманитарной помощи. 15 раз сам побывал в зоне СВО. Еще 2 года назад познакомился с людьми, разобрался в деталях и, как обычно, решил заняться вопросом сам, лично. Мне стало интересно, как это вообще происходит, что происходит там. Вот поехал с ребятами, они там меня позвали, не хватало машины, я на своей машине личной, то есть, ну, загрузил, поехал, посмотрел с одними, со вторыми, и потом для себя принял решение, то, что я могу это делать самое лучшее. Все началось с «Олимпа», спортивного клуба, возникшего в конце 80-х, со своей атмосферой и своим юмором. Сейчас Максим Ганин возглавляет его, а пришел сюда еще подростком. Тогда, можно сказать, и сформировалась его личность. Мужчина, который знает, что значит твердо стоять на земле. Как говорится, на передней дельте, да? Ну, вообще такой, скажем так, пробивает мышцы. Вот ни один новый так не пробьет, как вот этот вот старый, да? Ну, вот вся задача. Сидишь, качаешь. Знает, что делать, и делай это настойчиво. Вот характер Максима Ганина. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».